Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Ильи. Сегодня у нас роллинг, прокачка, короче, куча трэша. Берите кофеек, чаек, садитесь. Думаю, видосик будет длинный. 69 тысяч самоцветов, надо куча героев, талантики пораставляем. Короче, посмотрим, все по максимуму делаем. Ice Ice Cry, вот так вот называется. Начальный донатный аккаунт. Давайте посмотрим, что у него по героям есть. Так, нету Некроса, Вольта, Трифит. Огник тоже нету, Сварин, Трифит, Махатма, Дед Мороз. В общем, вот этих нам героев надо выбить на 69 тысяч самоцветов. Так, это самики, которые у нас еще остались. Находится он в гильдии Чупакабра. 3175, кидайте заявочки, вступайте. Факела 2045, босс 3 2030 по МСК, БГ, четверг и воскресенье, ну как обычно у всех. Так, окей, пятое исцеление у него на смене стоит. Давайте сразу же куда-то его приходуем. О, ну не, ну это надо. Я, может, и ремочную оставлю, ну хотя нафига ремка на тыкве бесполезная. Это однозначно надо делать вот так вот. Вот так вот. И качать. Отлично. О, ничего себе, получили еще дополнительно халяву. В общем, у нас роллинг 70 тысяч самоцветов. Поехали. Надо вытащить недостающих нам героев и еще дополнительно потрошивать. Так, нету сегодня никаких коллекционеров. Давайте посмотрим, что у него тут делается. 26 коробки есть. Две маскировочки. Одну маскировку можно оставить как вариант для Фреи. Сейчас глянем, какая у него там Фрея. У-у-у, жесть. Короче, сейчас будем с талантами разгребаться. Это, конечно, жестко. Да уж. Вот это так удивил. Хорошо, давайте сначала роллинг. Потом будем разгребаться. Леди Лео. Да, конечно, с талантами у него, я так понял, будет полный трэш. То, чего не надо делать, он все уже сделал. Так, профессор Рибет и кто там был? Я что-то не увидел, поспешил. Не, никого такого нету. Так, капитан Дрейк, ты у меня уже на десяточке есть. Поехали. Рандомчик, давай, паладин. Ну, почти, почти. Триантик. Ледяной феникс. Ну, он уже здесь не нужен, у него уже есть. Блин, как быстренько самики улетают. Это просто жесть. Медуза. Фараон. Фрэнки. Королева Гарпий. Суккуб. Друид. Фараон. Рино. Нифига себе насыпало нам. Дракос за 150. Купидончик. Что это такое? Вот смотрите, половину самого слили, нифига вообще. Ну, когда такое количество героев, достать недостающего, конечно, нереально сложно. Поехали. Блин, вот не люблю, когда много героев. Знаете что? Падает Космо! Воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу, а есть у него космо или нет? Ну, нету, нету, нет. Не, а у него космо есть. Блин, вот обалденный роллинг, а вот у него все есть. Князь Тыква, Ара, Ледяха, блин, и космо выпали. Это вообще огонь. Ведьма Купидончик. Рандомчик, давай, фея. Полный жесть, жесть.
Да что такое-то, а? Ни одного. Я не знаю, конечно, нафига ему те герои с его героями. Ну ладно, там некоторые надо, но... Деда Мороза выбивать. Паладин, блин, чё не свален? Купидон. Блин, Космо, конечно, обидно. Лучше бы дали кого-то другого. Классный герой, но... Фараон. Ему что-то на фараонов падает. Везет прям. Бигфут. Капитан Дрейк. Рино еще один. Блин, ну классно падает, но... К сожалению, блядь, паладин опять. Да, донаты тоже плачут. Я так понял, тут будет над чем плакать, когда мы сейчас зайдем в алтарь. Купидон. Блядь, жесть, даже Дед Мороз не выпал. Что за подстава? Это просто жесть, ребят. Он сказал, можно это тоже тратить. Ну, давайте потратим. Еще 5500. 75к. Бугимен. Рыцарь. Паладин, паладин, да, твою мать. Что это такое? Так, а ну-ка давайте. Так, нужен Дед Мороз, Свален, Трифит, Махатма, Заклинательница, Фрэнки. Фрэнки мы вытащили, Малыш Ник, Химка, Гаргул, Валентина, Варла, Королева Гарпий, Медуза, Фея. Короче, мы кучу героев вытащили, поехали посмотрим. По сути, мы вытащили дофига героев, но это ему повторки. Он повторки коллекционирует. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не знаю, конечно, зачем. Наверное, для прокачки. Ну, заклинательницу мы получили. Это радует. Вроде. Или нет. Сейчас посмотрим. Короче, мы достали некоторых героев. Повторочки не закл... Так, ну, капец, даже заклинательница не упала. Проклятие какое-то. Зато, блин, топовые герои попадали, которые, по сути, не нужны. А, так, а ну-ка еще раз гляну. Свален, Трифит, Махатма, Заклинательница. Фрэнки мы достали, Деда Мороза нет. Сноу не помню, Химка тоже не помню. Гаргуль, Валька вроде не было. Ведьмочка была, Гарпия была. Медузка была, Фея, Ара. Кенди, Сердцеедка, Дракос, Укротитель. Короче, некоторые герои мы повытаскивали. Я так понял, это ему надо для прокачек. У него с какашками напряг. А вроде и нет. Короче, у каждого свои заморочки. Не знаю, зачем ему это все было надо, но поехали, я чувствую, нас ждет полный трэш прокачки. Так, вот у него еще кристаллов хватает, еще 500к. В общем, здесь нормально все. Надо будут тебе эти, продавай вот так вот слизни, и тебе хватит... Вполне тут 7 миллионов, почти 8 миллионов этого вполне хватит на прокачку, на повторки. Не трать. Таланты сейчас оставим, но поехали, короче, трешивать. Я так понял, будем сейчас здесь. Так, просвет, ладно, согласен. Бигфут хорош, рогатка пойдет. Тыковку мы сделали топовой, череп нормально. Стрелок на ДСО. Хорош, но каменка тут уже бесполезна, лучше живо качнуть нормально, плюс вторым ремку надо поставить. Полная жесть, нормально, нафиг не надо, бас такое себе. Короче, ребята, поехали, потому что очень много трешечка сейчас будет. Такс, ну с героями понятно, то есть мы недостающего не вытащили, но повторки, как он просил, вытащили. Ну, обалденный роллинг, но... К сожалению. Так, это мы ставим сразу же так, чтобы он понимал. Такие таланты, я так понял, он в игре. Да тут их ставить-то некому. Где герои? Это полная жесть. 32 героя? Я что-то не пойму. То ли аккаунт сливался, то ли фигня какая-то. Скорее всего, что аккаунт сливался. Сливались герои. Жесть, ребята.
Вот это жесть. Обалдеть. Я, блин, открыл, я что-то думал, и вот видите, не досмотрели. Офигеть. Вот это жестко. Надо будет узнать, сливали, не сливали. Но скорее всего, что слитый аккаунт. Посмотрите, сколько героев нету. Я в шоке. Таланты, конечно, прокачанные. По жести полной. Так, ну ладно. Поехали. Теперь понятно, почему так много нужно. Блин, офигеть. А космо вообще есть? А космо там вроде был. У меня немножко шок. Да уж. Полная жесть. Ничего себе инфо. Ничего себе. Ничего себе. Так. Ара у нас. Вот оно что. Вот это теперь понятно все, ребят. Такс, окей. Да, обидно, короче. Короче, прокачиваем слитый аккаунт, я так понял. Так, Гаргул. Ведьма есть, королева Гарпии, Медуза. Медуза Ара. Королева Гарпии открыть. Блин, жесть. Медуза. Афинка Бигфут. Бигфут есть. Афина есть. Да уж, вот это он меня озадачил. Так, с командора Бугимен. Сейчас глянем. И я. Знаете, так просто не увидишь, есть герой или нет. Ну, вроде с таких все, поехали. Конечно, жесть. Сочувствую, если это был слитый ак. Вот это вот надо ставить на ворожея, там, не знаю, на розу. Где там его роза? Ну, вот этому можно поставить обалденнейший вариант. Я даже так сделаю изначально, потому что он будет очень крутой, неубиваемый. Ремочка, отлично. Ремочка, так, вариант Купидон, но пока не особо. Ставим сюда вторым талантом. Так, поехали дальше. Корка. Ну, корка можно пока придержать. Так, Ронин. Ронин, Ронин, Ронин. Не вижу Ронина. Блин, капец, короче. Так, Ронин с ожогом, отлично. Атлант. Значит, можно сливать. Замедление. Кимку, кстати, можно купить. Замедление можно поставить. Душику на гильдийских временно. Бог войны на шапку. Блин, конечно, жесть полная. Бульдозер. Так, бастиончик. Баст. Баст неплохо зайдет. Ведьма у него с одним. Такс. Баст. Сюда лучше поставить. Пакт. Вот, вот что нужно твоей Фрейе. Не СО, а пакт. Ну, я пока тут оставлю. Поменяю. СО можно сливать. Конечно, блин, жестко. Так, Ховненко получше будет. Это пропускаем. Пропускаем.
Каменка. Лучше Каменку даже поставить. Пофиг на тот талант. Так, бог войны, живо. Я не знаю, зачем ракушка. Ну, в принципе, пакт есть. А, бог войны, можно сюда пока поставить на время. Разброс душику. Пофиг, ставим душику. Так, бег. Нафиг не надо, ракушка, нафиг не надо. Блин, я что-то до сих пор не могу одуплиться с этим аккаунтом. Так, Берс. Оказывается, нам намного больше героев надо было. Так, Каменка, Каменка, Каменка. Ставим сюда. Еще один ожог. Я думаю, мы сейчас что-то на хрону поинтереснее вытащим. Замедление сюда. Так, Баст. Поставим землеройка. Так, сюда нам надо талантик. Изворотливость. Тыковка у него уже топовая. Изворотливость. Так, еще одна каменка Рина у нас уже стоит. Блин, где все ремки? Что за подстава? Давайте ремки уже. Бойкость. Надо ремочку туда и туда. Да, блин, конечно, жесть полная. Героев некоторых можно за кагашки подокупать. Так, оживо. Седна с оживой. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Здесь можно вторым поставить оживу. Воу, ремочка есть. Ух, отлично. Огненка. Временно сюда. Так, бесполезная СУ. Ракушка тоже бесполезная. Просветик. Просветик. Просретик. Можно поставить сюда. Книги получить дополнительно. А, так, бог войны. Да, можно разбросик без понтово. Порочный пакт, отлично. Так, порочный пакт нам надо на кого-то дамагера поставить хорошего. Вот сюда поставим, на подземке будет самое то. Исцеление, понятно, у нас исцеление уже есть. Огненка пока временно. Так, это нам надо для архи, где его стрелок. Так, тут уже есть, отлично. Значит, такой же надо поставить на Космо. На некоторых Космо, пока у него нет огника, будет заходить. Поехали дальше. Стойкость. Не надо, не надо. Бастион еще один, отлично. Поставим сюда пока временно. Так, Каменка. Одна с оживой. С Каменкой есть. Такс. Стрелок. Ну, Каменка. Поехали дальше. Замедление. Некому его тут ставить. Замедло стоит. Баст, Каменка. Так, нам нужна ремочка на хрона, либо огненка. Гнев. ТУшка. Огненка, отлично. Так, бег. Бег нафиг никому не нужен. Бог войны. Такс. Нанять героев. Нанять за кристаллы героя. Легендарный. Нанимаем Химку. А, так, также можно нанять
кого он там хотел. А я уже вышел. Так, Атлант есть, Смертушка, по-моему, нету. Так, а дерево я что-то не видел. Было, не было. Сейчас посмотрим. Жесть. Да. Вот это нам аккаунт, ребятушки, дали. Реально жесткий. Такс. Поменять. Живо. Вроде дерева не было. Если было, сольет потом. А, так, окей. Инка. Бастиончик. Ага. Вариант был бы на ведьму. Поставим сюда. Будет дольше жить. А, так. Огненка. Нарину. Утекание черепу. Махатмы, к сожалению, у нас нету. Черепа жива не нужна, у него уже жива есть. Отлично, СО. СО идет сюда. Вверх. Так, еще одна огненка. Это у нас сегодня день огненки прям. Химки она нафиг не нужна. Дрейк, Тесса. Так, гнев не нужен. Замедление можно. Ну да, в принципе, какой смысл. Там встроенное. ЦУ. Так, каменка нафиг. Нафиг. Утекание можно на смерть поставить. Замедление на гарпию для гильдийских боссов. Блин, обалдеть. Обалдеть, стойкость не надо. Берс. Поставим сюда. Будет жесткая реально. ТУшка. Поставим. Бег не нужен. Короче, нереальная жесть, ребят. Оживо. Так, Лазуля космоса живой. Давайте сюда поставим вторым. Так, тут я сделаю так. Вторым пока поставим бог войны, потом... Ай. Потом нам надо сейчас вытащить сюда. Так, огненка еще одна. Можно вместо ракушки поставить. Дефный вариант будет намного лучше. Так, бог войны нафиг не нужен. ТУшка нафиг не нужна. Отлично. Короче, немножко разобрались. Смотрим, что тут еще есть по плюхам у него. Конечно, жесть полная. Попрокачивает уже. Чарки я пока трогать не буду, потому что надо героев больше кинуть на эволюцию. Так, призрачный всадник. Кенди Сноу, но это те герои, которых нам не хватало. Полный трэш, ребят. Так, Афинка. Заклинательница, вот они эти герои. Но мы уже коробочки, к сожалению, потратили, надо будет кулачки. Уже их докачать, но в принципе основных героев мы уже повытаскивали. Короче, жесть полная. Открываем плюхи еще эти все. О, смотрите, сколько здесь сейчас будет. Вот оно что. Вот эти плюхи. Так, псих отлично, ремка отлично, водушка отлично, пакты. Вот это будет аккаунт, ребят. Ух. Я уже переживал. Тут плюх, посмотрите, сколько есть. Сколько чарок. Понеслась.
А с мочарки хотя бы повыставляем, потому что реально жесть. Надо, я так понял, все полностью расставлять. Или давайте, это будет вторая часть нашего видосика. Потому что я и так затянул. Ждите вторую часть по прокачке этого аккаунта. Полный трэш. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.